Универсальная карта школьника теперь не только проездной, пропуск в учебное заведение и электронный кошелек ребенка, но и билет в музей. Первая группа школьников уже опробовала новую систему на экскурсии в музей Бурылина. В месяц каждый обладатель электронной карты имеет возможность одного посещения любой экспозиции. Бесплатно. Совсем скоро все музеи региона будут оснащены специальными терминалами. А совсем скоро школьные карты будут адаптированы и на другие образовательные программы. В дальнейшем планируется запустить приложение, похожее, связанное с посещением кружков внеклассного образования, где также будет оцениваться востребованность кружков, активность их посещения и статистика в управление образованием направляться.